Что за рулем, понимаешь, 23-летний какой-то сопляк, который приехал из другой страны, пару месяцев работает в такси, да, которому там дай 100 тысяч долларов, которые сделает счастливым всю ему семью, весь аул, понимаешь, и всех родственников до конца их дней, им не заработать такие деньги, где зарплата там 10, понимаешь? Никто не говорит, что вы должны быть знакомы, правильно? Нет, мы спрашиваем, кто оплачивает ваши услуги. Родные, родственники из Кыргызстана, многодетная семья, где там пятеро по лавкам спят, где 10 долларов зарплата, адвокат в костюме приезжает к водителю такси.